Сегодня 30 июля. Расцвела моя мондбреция, с которой я проводила эксперимент и оставляла луковицы под зиму. Вот она такая сильная, красивая. Скоро будет, как костер. Расцветает рыжий красавец гелениум, осенний цветок. Жара все подогнала. Золотые шары, цветы моего детства. Цветок, который не требует ухода. Хризантем матрикари. Просто буйствует своим цветением левкое. Невяники заканчивают свое цветение. Ну и, конечно, царь подсолнух. Ждем семечек. Цветет тысячелистник, или, как мы зовем, жемчужинка. Кстати, по второму разу одна срезка уже была. Цветет физостегия, вот такой интересный, не очень часто попадающийся в наших садах цветочек. Она бывает сиреневая, розовая и белая. Это отличная добавка к букету. Моя любимая лобелия. Голубая, на экране фиолетовая. Ну и, конечно же, флоксы. Шапочки не очень крупные. Да вообще-то я их уже посрезала. Бархатцы тонколистные, оранжевые есть и красные. Очень эффектные, большие кусты образуют. Цветет гелиопсис. Под самой крышей расцвела еще одна веточка белого клематиса.